Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФАшечки за США, Теодора Рузвельта Прогрессивиста, сетевая партия на восьмерых, где каждый сам за себя. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Ну-ка, можешь пнуть его? Он не носится. Да, сейчас пнул. Нет, ну, пожалуйста, не убивайте его. О, это вообще, я не знаю, на 100 кровь. У меня даже нефти нет. Посмотри, у меня тоже нефти нет, я прошу у Канады. Тут сижу, не жужжу. И воюю с ацтеком. Потому что надо. А ты вместо этого пришел и нам нагадил тут. Ваши ГГшки, которые мне нужны были, чтобы куда-то развиваться. Как? Расскажи, как ты с помощью их будешь развиваться? Ты даже не канадец. Я понимаю, что если бы канадец или русский это захватывал. В тундре захватил ГГшки. Для того, чтобы развиваться. А нам развиваться нахрен надо. Мы такие, мы типа с ацтеком повоюем. Зачем воевать? Развивайтесь. Чтобы 6 часов посидеть, ты победил культурой, вот это? Так. Я все понимаю, как человек, которого один турист в год может победить культуру неба. Даже вера не припасена. Я про Тини говорил, по-моему, а не про тебя. Так я про него и говорю, что типа как его. В прошлый ход у него было 16 туристов, сейчас 17 туристов. Ну, так может, потому что мы с ним воюем, как бы мешаем что-то делать? Если бы ты ему еще разграбил эти... Я сомневаюсь, что мешаем не делать, что того, что вы воюете вообще в другой стране, ты его из основных городов. Так, а куда это у меня? У тебя самолетов. В смысле, я же его сюда отправлял. Странно. А Махенджо-Даро ты будешь отбивать, дед? Ой, не Махенджо-Даро, это Кагуану. Да, вряд. Там линкор нужен. Посмотрим. Да, слушайте, мне быстрее в компьютеры надо. Не ждать у меня денег.
Ответная. Что там по дипломатии? А, вот англичанин дипломатии еще побеждает. Блин, тут ап был, я его на лечение поставил. Вообще, да, можно на еду. Как бы производство и так дофига. Так, в мобилизацию пушки нужны, да? И корпуса. Так, есть две пушки, три корпуса. Это один корпус. Просто... Просто за веру купить юниты и апнуть. The human race is a monotonous affair. Еще все лучше не идти, там капер может захватить этого рабочего. Если хочешь. Для начала, чтобы ты просто, блин, не получил. Не, мне реально надо сначала выйти в дамбы. Ой, тут довольно много чего затапливается. Три, пять ходов.
Слушайте, а вот тут что, почему? Вот это, или это залило водой? Нет, давайте сначала электричество, чтобы подлодки были. Ну, чтобы купить можно было. Что еще есть на мировое влияние? Захватить все-таки рабочего. Наверное, все-таки реформу денежного обращения. Чтобы нельзя было разграбить. Раз корпус. Что мы тут за веру, какие юниты? Пехотинцы. Наверное, бомбарду куплю. Два корпус. И, наверное, пушку тогда. Это будет третий корпус. Так, что-нибудь тут менять вообще будем? Доход от мародерства. Два посла. Никуда не хочу. Ереван, может быть? Так, ну, сейв. Что там с сейвом? Англия объявляет таки войну ацтекам? Чисто в спину нож. Ну да, ты там проси, если что. Надо. Ну вот, вот это разговор. Так, а еще раз, или мы сейчас все походим и сделаем сейф? Как хотите, можем так, можем сначала заиграть. Ну давай тогда походим. Нуби, Англия, предложение. Еще одну. Правда, мне кажется, он меня сейчас просто за это на самолетах убьет. Но тем не менее. Нуби ответная. Пристыдил я все-таки Англию. Видите, вступился он в битву. Ну, потому что, ну, тут... Ну, Англия, конечно, дипломатически может побеждать, но тут она может победить дипломатически, только остановив ацтека. Как бы в этом идея. Так,
я читаю проекты, потому что затапливает. А у нас пока работает, что в центре города, то есть плотины будут быстрее строиться, понимаете? Так, мобилизацию ускорили. Хвост возьмешь. Отлично. Ладно, давайте кампус уже ставить, нет, даже не вырубая. Ставите. Пора. Ну давай, сейчас все походим, я сохраню. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Ждем мобилизацию, чтобы армады сделать, и тогда уже с тем линкором разбираться. Так, чалька. Но он мгновенно обосновывается, я мгновенно могу ломать эти. Все, я. Я, кстати, короче, я ошибся, например, что поспешил с религией, потому что из-за этого... Наплодилась зачем куча варваров. В религию? Тем более на Карме Мир, у тебя же тропики. Тебе мог бы... Не, там соседство у меня небольшое было, а на Карме Мир очень даже в тему идет. Но у меня... На Карме Мир тоже бы зашел, только ты его забрал. Ну, а мне что надо было забирать, по-твоему? Тоже на Карме Мир, только я вот не успел. Ну, на самом деле, вот я не видел канадца, как бы болезненные старты это у Нидерландов и этого, и у Англии. Соглашусь. Как бы и мы с Шумером, как бы вдвоем 100% конфронтация будет. Не, у меня точно офигенный старт именно по территории, но я не учел варварских кланов, которые... Офигительно не повезло с их уникальными юнитами. То есть у меня, когда у меня дуболомы и лучники, там эти конголезские уникальные юниты, как они называются? Гаунбэмпа вроде. Вот эта хрень. И, господи, еще какой-то уникальный юнит. Короче, я было очень тяжело. Что-то я из-за этого очень отстал. Не, ну вот если они приходят, то это смерть на самом деле. Потому что их никак нормально не отбить с лучниками. И приходится их количеством давить. Вот именно, да. А я тут смотрю, у тебя там то ли 4 или 5 варварских лагерей на границе. Да, да, вообще мрак. И главное, и такие, еще такие у них эти уникалы юниты. Так, ну типа заканчиваем ход, да? Да, все походили, по идее. А у тебя угля вообще нету, что ли? У меня вообще, ну, в смысле, не угля, не алюминий. Ни... Кстати, алюминия нет. It's the industrial revolution and the... Урбанизация, военная академия. Ну, mm. Можно... Так, против морских, наверное, мне уже надо убирать. Я бы еще и науку, наверное, уже поставил вместо священки. Не знаю, бонус промышленной зоны, наверное, уже пора. Но, блин, маленький, у меня слабенько. Так, а сильно у меня тут уголь идет? Минус 2, ладно, это можно потерпеть. И, наверное, олигархическое наследие, давайте. Первый посол уже было. И против иноверцев, наверное.
Блин, тут вассалы, правда, не хочу. Ладно, давайте вместо ремесленников религиозные войны поставим. Ага, он не иноверец, что ли? А, нет, это у него олигархическая. Да, есть плюс 4 против иноверцев, есть такой. 127 против 82. Но это у меня одиночная, а это... Этот, у меня когда откроется возможность армии строить, я тебя отведу на всякий пожарный. Я динамический таймер стоял. Ай-яй, да за что? О, заказник, сколько будет стоить купить? 880. Блин, опять тут полом... Блин, может эту все-таки построить... Дамбу. Не, жалко, 13 ходов. Ладно, давайте лабу устроить. Заказник я следующим ходом куплю. Так, вот тут мне не нравится, что он... Или он уже походил. Надо отойти. Тут ваншоты будут. Сколько тебе кэша кидать? Только 2 осталось. Ну, на ланд осталось, потому что я не могу объявить войну. Так-то 1 по факту. В смысле на ланда осталось? На ланда уничтожили, а я объявить войну я не могу. Я ведь Канаду. А-а-а. Прикол. Ну, я честный человек, Махивихару я не строил. Читы. Нет, Махивихару я специально не строил, я честный человек. Все это говорите. То есть Канада продолжает получать науку от Наланды. Не, красивые у тебя заповедники, ничего не скажу. 3 вот эти вот рядышком. Какой смысл? Они там 10 ходов на чаду строились. Вот первый заповедник, это с ума сойти. Ну, в смысле, какой смысл? Сейчас вот тебе дается ли сколько ресов? Сейчас да, конечно, красивый, но... Парни, на меня шапки пошли варварские. Окей. Подкупили? Интересно, а на них действует эта фигня про континенты? Нет, не действует. Я тестил, выкупал у варваров шапки, и они не работают. А вот диггеры работают, на меня диггеры нападали, у них плюс 5 было, потому что они были на своей земле. Так, лаба завершена. Ух ты, плюс 4 промышленная зона. А, ну да, потому что дамба. А в Сент-Луисе... Есть на плюс 3. Так, может поставить здесь промышленные-то зоны? Так, давайте сначала заказник купим. Когда ГГшки убиваешь, ну, тоже красиво. Но у меня только одна клетка такая, видите? Хотя, слушайте, а в Нью-Йорке, если я здесь поставлю? Не, ну тут все на одну клетку будет действовать. Если только сюда можно было поставить, но это как-то когда странно. Когда появляется из варварского клана, когда ее убиваешь, остаются ее юниты. И нет. Чё-то не вырастил там ГГшку-то. Где? Ну да, вот где ты убил 2 ГГ. Махенджидар и Наван, там еще один лагерь был, ты его убил?
А сколько он у тебя двигается? Ой, не грабится, да? Ты чё ж так злорадствуешь? Жопа ацтекская, а? Ну таким быть, ну. Мы те, это тебя вообще спасло от слипшейся попы, значит, ты совсем там было бы у тебя сладенько. Вот вообще бы убрать Норвега, и всех бы грабил, ты бы Дань просил. Ой, да, кстати, на такой карте Норвег бы зашел. Даже не буду, типа, вырубать сразу промышленную зону Баха, пожалуй. Ну, а плюс еще будет соседство кампусам давать, хотя тропические леса тоже давали. Но тут они все втроем друг на дружку будут. Хотя еще и дамба, по-моему, действует. Мне бы еще театралку, наверное, где-нибудь сделать в итоге. Так, гранты у Пенгалы. Гавань, аэродром. Киностудия. Так, а кстати, а что у нас с алюминием? У нас, по-моему, нету алюминия, так что можно просто сидеть на попе ровно, я так понимаю. Опа. Опа. Так, нам надо два города. Ребята. А сколько стоит посел? 640. Так, я бы, наверное, тогда одного только строил, а другого покупал, получается. Где тут посел? Три хода. Ну, я просто не дотягиваюсь, это четвертый этот. А город я здесь могу поставить. И тут уже никто не поставит город. Вот тут, конечно, проблема. Да, слушайте, ну сюда я просто не поставлю. А сколько всего алюминия на карте? Мне 4 показывает. Мне тоже 4 показывает. Три из них латинья? Слушайте, давайте я куплю лучше. Нет, латинья одной, пока не вижу. Он говорил, что 3. Так, блин, где тут... Да господи, вот гидроэлектростанция. Я куплю в Сент-Луисе. Может, это было 3 вход. Типа это уже имеется. Не, если у него 2, тогда... Не 6 разве? Один раз не 3? Алюминий, по-моему, по 2. Блин, мне нужно военного лагеря. Ну, 3. Чтобы да, инженеров покупать. Ну, в Чикаго, значит, все. Вот эти две утонут. И это еще утонет, блин. Ладно, попробуем промышленную зону построить. Вдруг хватит. Блин, тут 10. Да, поздно я, короче, вышел. Ну, что-то спасу, конечно, все равно.
Что с по великим людям? Блин, ацтеки на улет забирают инженера. Просто в салатину разнёс. Блин, тяжелое поражение, ни хрена себе, все равно. Хотя у него дефицит. Нефть. У него плюс 9 от моих перемещений. Видите, разведданное о перемещении противника. То есть он. Блин, я не пойму, а на морские юниты не работает ацтекская эта фигня? Плюс к силе. Работает. Что-то я не вижу просто. Или это базовая мощь просто сразу? На шкатаке только дают. Да ты охренел. Чисто как мышь подкрался. Блин, мне нужны аэродромы. То как-то больно вообще. Там армада эсминцев около твоего броненосца стоит, имею в виду, дед. Вижу. Ну как стоит? Она убила армаду моих броненосцев. Да вон, плюс 4 бонусные атаки. У меня просто еще... Нет этих бафов. Так это... Нет, поэтому этот... Минус идет по уровню. Ну, я не знаю, мне не пишет плюс 4. Может, только при атаке пишет, а при защите нет. Да. У него же именно для атаки работает. А, только при атаке? Да. Ну, плюс 14 бонус к атаке за редкий ресурс. Так это топится, что ли? Да. 4. Да, значит, 14, можно не ремонтировать, 14. Я думаю. Надо и у него уничтожать эти монополии. Ну я о чем и говорю, чтоб типа объявили войну, грабили ему территорию. А смысл грабить? Это надо прям все ресурсы нас грабить. Нет, дед, если хочешь, я могу снабжать нефть и деньгами, но... Надо, чтобы его разграбить. Малев, помоги. Малев. Если... Руль. Ну, нужно. Моби, это песчаная буря по тебе пронеслась? Да. Что, дед? Наверное, хищение технологий прокачаем. О, пушка вообще огонь. Ни хрена себе. Вот это неожиданно. А чё такой сильный эсминец, я не понял. Там же у тебя стен нет.
Ну и что? Ну все равно сила-то города 70. Ну, у него и так сила-то. Там 140. 102 базовые плюс еще он за 14. 116, да. Хрень полностью, полная какая-то. Наведи на юнит, на него, у него там 5 страниц этой бафов. Если еще не видно, плюс 14, который баф. Так, а как бы мне силу города увеличить? Феня, покажи свой юнит. Ну, плюс 14, чё это за имба такая? Ммм, 75. Не, подожди, у меня даже сила города 90 была. 90, и все равно, блин. То есть, на самом деле, это даже скорее мне повезло, что город не снесли за один удар. Там 140 у него. Ну, хотя поменьше там уже, минус 7, который по морским юнитам не учитывается. Да, ну, слава богу, это не самый мой, конечно, классный город. Мне кажется, даже стены. Ну, следующим ходом у меня встанут стены. Я просто реально не ожидал, что... Это настолько больно. Мне панихит. Почему дед у тебя всегда вечный ресурс до хрена? В чем твой вообще? У меня нет, у меня, в смысле, у меня угля нет, у меня нет этого, нефти. 64, 75. Скажи, просто в войнушке, когда я играю, вечно у тебя ресурсы есть. У тебя тогда я уран брал до хрена, когда мы один из топали. Ну сейчас нет, я тебе говорю, у меня нефти, нет урана. И алюминий один только. Тут надо будет вывести и купить вывести тоже. Ладно, давайте Амани. Правда, Манаев не хочет. Ничего не хочу. Да? В Филадельфию или в Сент-Луис? Наверное, в Филадельфию. Не хочу я в какую ГГшку, я даже не... Только что брать не хочешь его. Четыриться чем не хочу. Так, если я с тобой поделюсь. Надо будет вывести пушку и купить ПТ-команду, но мне кажется, все равно это не поможет. По идее, у меня даже броненосец больше дает. Да, он 87 сам по себе, так что ты так... Да есть у тебя нормальные клетки? Что ты мне говоришь? Ну, со стенами, я надеюсь, может, все-таки сейчас не пройдет такой урон. Ну, учитывая, сколько у тебя денег, ты просто мог купить. Фу, да, стены спасают, слава богу. Так, я зачем-то копил сейчас деньги. Что-то там за 800 надо было купить, но я в упор не помню. О, за каждую тропическую... За каждый тропический лес, ну-ка. Три. Вот тут 4. А, вот, вспомнил. Посела. И, конечно, прикольно. Так, ну, самый выгодный здесь получается. И плотины? Да, плотины. Что? Ой, зря. Зря ПТ-команду покупал. Ну, а с другой стороны, наверное, и не зря. Так, куда дальше перебросим? Эриду. Аурук он починил.
Я думаю, да. Ну что делать, киностудию? Наверное, аэродром пора делать. Так, лаба. Плотина 8 ходов. Нет. Часть все-таки затопит. Я, правда, пока не вижу, как мне тут побеждать. У меня, ну, смотрите, 28 ходов, да? До конца игры. Я не верю, что мы тут можем улететь. Походу, мне надо уран открывать, и если он у меня есть, то в человекоподобные роботы и пытаться канадца захватывать быстро. Отец, стрельни там по эсминцу. Да. Стрельни. Стрельнул, больше не надо. Почему? Ты запрещаешь? Я прошу тебя. Я запрещаю ему стрелять. Бедный шеф. В игре аж день мы шмирились. Так, я вот, наверное, сразу и рабочего сюда еще вел. Грабит. Отлично, план. Ты грабишь свои жигования. Ну зачем? Перестань. Два раза разграбил. Ну ты вообще гемини? Так, давайте шпиона. Какой-то такой себе размен. Из Вашингтона торговца. У нас еще можно торговать. У меня, видимо, какие-то до этого были разграблены. Так, тут надо мастерскую. Знаешь, самое обидное? Я, короче, ехал к нему этим флотошом, который выбивает всех послов. И кто-то его прихватил по дороге. Он обратно вернулся. За шо? Я могу. Может, а у тебя гоним? Довольство от тюня падает сильно, нет? Почему у меня должно быть падать? За войны. 14 ресурсов он говорит. У него 14 уникальных ресурсов, чел, о чем ты говоришь? Уникальных? Да. Нет, у него 7 уникальных, учет. Там же плюс 2 дается за ресурс, нет? Нет. Плюс 1. Нубия, предложение. Прикольно. 14, реально 14. Я вижу его торговлю. Вот, осталось Душа. Только Голландию и Канаду уговорить еще. Душа. На войну. Душа. А, заполнять туризм пойдет ведь. Так жалко Тини на самом деле. Да тушит со всех сторон. Я запомнил. Чё, он всех убьет, что
Не, ну типа, он сколько игр уже пытается, вот сколько, 4 игры, наверное, смотрю последнего. И вот то порки до 80-го хода, то сносит. Да блин, я не знаю, ну извини, здесь он зачем-то объявил, я воюю, потому что он объявил ни с хрена войну канадцу, просто. Почему ни с хрена-то? А, канадцу? Машемера ты имеешь в виду? Нет, канадцу, именно канадцу. Поэтому я был в союзе с Канадой, и с тех пор я, в общем-то, воюю с ним. Видимо, я... Шумеру я еще понимаю, Шумеру я понимаю, но, блин, пошел зачем-то канадцу объявил, пошел, он его не пропустил, видите ли. Ну да, это я пропустил, я спал. Ну, получается, да, он вармангер, ладно, беру свои слова назад. Ты зашел. Ну, класс, ты взял. Так, три армии или армады? Надо все-таки эту армаду создать, чтобы ускорить. А он меня одну убил. Черт. Так, одна у меня тоже тут есть. Ну, давайте, может, из пушек. Поэтому, где моя Петра находится? Вот он, ради трех клеток. Ну, кто, Петра не построил еще? Подожди, я, по-моему, самолеты уже современные. Нет, не открыл. ХЗ, по-моему, нет. Не знаю, у меня алюминия нету, нефть одна штучка. Заспавнен. Может быть, уран насыпят. Заспавнился из трех лесов только с одним углем. Если с одним углем, это количество угля. Нужен ли нам тут морской порт? Наверное, все-таки да. Кстати, упала столица и все производственные города. Мне, наверное, уже можно и идти. В смысле упала? Ну, упала столица и упала. А, там за один ход, да, упала или за два, что-то такое? Я надеюсь, тех двух строителей, которые ты украл, использовал на пользу. Конечно, они ж там сколько мне дали. Самое главное это ГГшки, на самом деле. Да, самое главное это было ГГшки, и я зря это сделал. Так, так. Или сколько там нужно сдать еще городов, пока упадет? Это ушло сосед. Давайте раз соседство промышленную зону все-таки поставим, пока. Это вассалы ушли, да? Что ты говоришь? My life уйти хочет, по-моему. Но зато, как видишь, захватил Мохенджо-Даро и Наланду. Ну, я считаю, ты как морская эта, ты мог его кошмарить с моря всячески. У меня нет стартеса, понимаешь? Ну, у тебя же... Ну, послушай... этот, как его... Каравеллам не нужны стратресы, а селитру тебе насыпали на фрегаты. Фрегаты у меня, у него один город там, и мне ради этого с ним отношения было пустить. Ну, нет, надо сидеть ждать, как, пока он сам нападет. Ну, это же очевидно, ну, как бы видно развитие. Это очевидно. Ты же сам сказал еще где-то, не знаю, в каком ходу, типа, Атиня 9 городов. Потом открываешь алюминий, у тебя вообще нет, открываешь нефть, она у тебя все на воде, как-то грустно становится.
Так. В итоге типа ни броники не построить. 60. 184. Будем деньги тырить. Осталось все. Осталось только Голландия. Да, сейчас где ты мне проспонсируешь на. Я вообще думал, когда нападал, я думал, меня сразу поддержит. Да. Ну, потому что я на границе стоит. Я не мог, у меня дружба, если ты спросил заранее, я бы тебе сказал. Там два хода нет. Так, фабрика. Тут уже работает, а соседство здесь 8. Ну, в принципе, можно сделать угольную, наверное. Можно было, конечно, полотен сидеться, бумаги купить. Опять же, бумаги купил, потому что канализ мы все имеем. Голосование перевело. У меня вход плюс 14 в данный момент. Ну вот, хорошо, ты говоришь, все далеко от нас. Ну, я же вижу, что, например, распиливание Шумера мог участвовать тот же голландец, тем более, что у него мало городов. Далеко. Где далеко? Эриду, Малин, этот, Эриду, Лагаш, Урук, что это далеко от... Мы еще шутили, типа, что вот пошли в лицо Атини эти... Военники, сейчас он нападет, его нападает на него. Вот опять. Блин, ну еще и эсминец убивает. Системе, да? Убивает бипланы, ни хрена себе. Так, ну у меня город прям на Уране стоит, зашибись. О, и тут еще уран прям. Так, это... Я поставил свой военник. Так, и с ураном у нас зашибись. Я бы эту клетку на космопорт оставлял, на самом деле. Так что не будем тут ничего строить. Шпиона можно. Так, алюминий у кого-нибудь? Нубия предложение. Я просто тогда следующим ходом сразу смогу самолет купить или построить. Кстати, надо бы у кого-то еще денег апнуть каперы в подлодку.
Так, сколько тут у нас ходов? 9. Я могу... Смотрите, мой истребитель уникальный и мое здание уникальное. Это, считайте, 8 очков будет, так? То есть 154. Мне 13 до золотого не хватает. Какие у нас тут великие люди доступны? О, блин, 100% космической гонки. Зарение всех информационных технологий. Информационные эры, все такое вкусное. Блин, ну я что-то не верю, что тут можно улететь, честно говоря. Поэтому, мне кажется, нам надо в роботов идти. Тем более, что урана у нас дофига. Один, два. Ой, тут много. Давайте сначала в расщеплении ядра. Потом в роботов. Так, есть предложение проиллюстрировать почту. Чтобы у него не было плюс 9 против меня. Видите, плюс 6 стало. Так, сколько стоит в подлодку? 615. Но мне надо сначала бомбардировщик купить. Так, алюминий. 615 денег. Англия, предложение. Все на фронт. Ну, жалко, не видно. Так, мне бы еще вот эту во рту. Так, подождите. Арта. 310. А дроны... Я не открыл еще, наверное. Да, не дострельнет, пожалуй. Ладно, все равно надо. Это два уголька. Трейд. Я тут таскал. Англия. Триста десять. Перс, предложение. Ангел, посмотри, кинул трейд. Так, дайте я посмотрю, есть ли... У кого вообще уран есть? А то у меня-то его есть. А у кого еще? Из 6 ресов у меня 2. В Кагуане уран, вот почему он ее брал. Так, я понял. Подлодка помощнее. Нет, 138. Да елки-палки, что так больно-то? На этом пока все. Продолжение смотрите завтра. А спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Еще раз большое спасибо за поддержку. Играйте в умные игры и слава Украине! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.